звуки простой тишины. Здесь отражение мест, где я не был. Я здесь лишь я как ты. Свет порождает все краски обелые, есть совокупность цветов. Паузы в звуках, то продолжение мысли, но только без слов. Золото в образах, знак беспредметного, монах одинокий в горах. Золотом цветится небушка светлое, и значит все в добрых руках. Сделавший шаг, не цепляйся за прошлое, из пепла не выстроишь дом. Только на камне построишь хорошее, любовь — это вечный закон. С вами вновь передача «Лаврские встречи». У нас в гостях Сергей Иванович Гавриловец. В прошлый раз мы не договорили очень-ко с вами о курсах иоанновских, богословских и о чудесных вещах. Да. И об отце Николае. Николай, он родоначальник наших курсов. Да. Да, это замечательный человек. Он подарил мне два стихотворения, чтобы я написал песни на них. И как же я мучился со второй. Первая, она написана была легко. Песня про маму. У него мама уже отошла к Богу. И вот он написал песню. Я думаю, потрясающая песня. Я ее записал на втором диске, уже в аранжировке. И вот буквально недавно, годик назад, он мне дал новый текст. Я просто обалдел. Если так можно выразиться. Если в кавычках. То есть обалдел от текста, потому что на такие тексты песни не пишутся. Во-первых, название «Школьнику и богослову». И явно это уже что-то из богословия. Пока я таких вот богословских песен сам не слышал. И поэтому даже было начинать как-то подходить к этому очень страшно. Мы сегодня не услышим этой песни, да? Она вот на втором диске, она у меня записана уже в аранжировке. Там аранжировка с трубами, там с гитарами электро, с ударником. Такая, на гитаре я на акустической тоже могу ее сыграть, но лучше людям услышать ее уже готовую. Так где диск-то они возьмут?
Диско, да, они могут зайти ко мне в интернете ВКонтакте. Сергей Иванович Гавриловец, там много моих, там все мои песни есть. Или на курсы могут зайти. Могут прийти на курсы. Кстати, вот в Трот-Серговой пустыне вот эти диски мои продаются. Это единственное в монастыре. Вот, отец Николай разрешил поставить диски в лавку, и там люди покупают, и, слава богу, благодарят. Нравятся людям эти песенки. Вот. Совсем недавно встретился с молодым человеком, 20 лет ему. Он преподаватель брейк-данса, профессиональный педагог, и сам танцует брейк-данс. В общем, такой энерджайзер и дюрасело в одной упаковке. Он послушал мои песни, я был просто удивлен, что вот этот 20-летний парень, этот Дюрасел, который в трехмерном пространстве может только вот так вот, ему понравились песни. Вот. Ну, здорово. Это удивительно. Значит, действует. Значит, работает. Живет. Ну, там аранжировки у меня такие современные более-менее, хотя моя современность закончилась лет 20-30 назад, конечно. Вот, и жанры такие. Кстати, вот в шансоне написал несколько песенок. Вот это на втором диске есть у меня. Про случай был у меня тоже замечательный. Это Сережа, я попал в больницу года два назад в Александровскую, и там на соседней койке лежал мужчина без памяти, он потерял память. Его месяц целый разыскивали дочь и жена. Не могли, ну, пропал. Вышел во двор погулять и исчез. А сколько ему лет-то? Ему лет, ну, 55, наверное, тоже было. Серьезно, так? Вот так вот, да. И вот все, исчез. Амнезия, или как называется? Что? Амнезия, да, или как называется? Это амнезия, да, это болезнь, потеря памяти. Ага. Притом, внезапно, то есть обычный человек взял и пошел погулять во двор. И не вернулся. Месяц не вернулся. Обыскали все больницы, милиции, морги, все. Нету тебя. Ну, потом там случайным образом тоже с помощью Божьей, конечно, удалось им найти его в этой больнице в Александровской. Угу. Приходили мама с дочкой, а он их не помнит. То есть он так смотрит на них, как на чужих людей. А они приходят, это самое, так, папа, папа. А он ничего не помнит. И вот я написал эту песню про Сережу. Он тезка мой, Сережа тоже. Вот. А ты хочешь сейчас исполнить ее, что ли? А вот пускай люди зайдут ко мне в контакт и послушают ее. Просто я текста сейчас не помню. Это интрига. Это интрига. Да. Это интрига. Ну, и реклама творчества. Да. Да. Приходите в контакт, услышите там некоторые песни, которые вы явно не слышали. Ну, только те, у кого амнезии нет, запомнят это. Ой, страшное дело, это амнезия. Вот эта песенка про Сережу, про амнезию, там я развил сюжет по-другому, и там старушка-блокадница его нашла. Вот, выхаживала, потом мама. Случайно они встретились с женой и с мамой на улице. А дальше это интрига. Вот, послушайте песенку, да, уже. Хорошо, давай перейдем к реальности. Вот. Ну, допустим, следующей песни. Объективной реальности или виртуальной? Ну, к теперешней. К нынешней. Следующая песня, вот какая? А следующая песня очень серьезная. Я вообще шутник и люблю шутить. Вы уже заметил. Да, а следующая песня серьезная. И я недавно был у нас на Лиговке, есть храм, казачий его все называют, Крестовоздвиженский собор, и там Тихвинская икона Божией Матери, сзади церковь. И вот настоятель, отец Владимир Сергеенко, он тоже потрясающий батюшка, казак потомственный. Казаков держит крепко в руках. Например, это уже говорит о том, что, например, если казак соблудил, он 7 лет до причастия не допускает. Ого! Даже его духовник, отец Иоанн Миронов, говорит, ну, ты уж полегче. Митрополит. Он настоящий казак. Он держит казаков, они все его слушаются. Но он очень хороший, добрый батюшка. И он поставил перед храмом Тихвинской иконы Божией Матери по своей инициативе и по благословению нашего митрополита Варсонофия памятник митрополиту Иоанну Снычеву. Здорово, я не видел еще. Так это единственный, наверное, памятник, я думаю, у нас. Вот. И он буквально его недавно вот
оставил. Там погрудный такой портрет. Бюст. Скульптура, да, да, стоит. Угу. Прямо, если кто-то любит и почитает отца Иоанна, вот милости просим на Лиговский проспект, Крестовоздвиженский собор, к отцу Владимиру. Угу. Отец Владимир его очень почитает. И я спел, тут написал песенку про митрополита Иоанна, и спел ему. И отец Владимир даже кричал «Люба». Люба. Это высшая похвала в... казачьему, у казаков. Да, у казаков. Ну, поэтому я, так сказать, с его благословения спою эту песенку. Да, стихи, да, Алексея Любегина. Молитесь на святые лики и вспоминайте неустанно слава покойного владыки, митрополита Иоанна, что Русь отныне и до века престола Божьего подножье, престол есть сердце человека, живущего во славу Божью, и сердце русского народа в соборной церкви православной. А если жить страстям неравной, коль будем жить и думать розно, в соборной церкви православной сойдемся все, пока не поздно. Хорошая песня, да. Хорошая песня. Ну, а митрополит Иоанн... еще лучше, чем, да, эта песня. Чудная песня, чудный человек. Память добрая. Божьи люди. Я тоже, с вашего позволения, спою. А то мне иногда позавидую, все играют. Иногда я даже забываю спеть. Зависть – это не самое высокое духовное чувство. Ну, я стараюсь этого не делать. Ну, я несовершенен. И... вот эта ущербность всегда меня подкупает в людях. Да? Да. Особенно признание своей ущербности. Да, сейчас, к сожалению, встречаешь столько много людей. Когда великая любовь слегка коснется твоих печальных берегов и засияет в небе ласковое солнце, на
на фоне чистых четвергов. Тогда свой посох и сумму бери в дорогу, проси прощения и в путь. Все то, что было и что будет, слава Богу, теперь осталось только суть. Странник. Когда великая любовь тебя коснется, и ты очнешься от греха, прольются слезы, и душа твоя взовьется весенней птицей в небеса. Тогда все скорби, беды, муки и печали, как тени, сгинут никуда. Одна дорога, ты один стоишь в начале, лишь одинокая звезда над тобою, странник. Спасибо, Господи, очень. Такая песня. Немножко разбавлю наш диалог. Да. Своим мироощущением. Ой, главное, чтобы не в монолог все это превратилось. Не позволим? Не позволят. Ну, так, остановились мы на Владыке Иоанне, отец Владимир, значит, отец Николай прошел у нас, и Иоанновские курсы у нас прошли. Игорь Цезарь, еще можно упомянуть еще. Игорь Цезарь был у нас замечательный. А я недорассказал. Да. Вот когда я, значит, в 90-е годы резал кресты, делал лекции Алексея Ильича Осипова, потом меня привел отец Николай Парамонов. Принес. Внес на курсы. Ты проговорился. Внес на курсы. Вот, на Иоанновские. Вот произошло много, конечно, замечательных встреч с замечательными людьми. Ну, конечно, фигура, которая стоит выше всех, это, конечно, Игорь Цезарь Миронович, потому что такой вот величины, такого преподавателя, такого масштаба, вот как он ушел, и, в общем-то... Ну, наверное, растут новые. Очень или, хороший у нас преподаватель есть, по ветхому завету. Или есть сейчас, но они, да, у них есть другие достоинства. Дело не в том, наверное... Просто конфеты кончились. Дело не в, даже не в конфетах. Дело даже не в конфетах. Я вот вспоминаю нынешнюю певицу Ваенга, Елена Ваенга. Да, мне не важно, что ты сказал, мне не важно, что, а как. Я тебя услышала, я поняла, да и ты, говорят, тоже не дурак. Вот. Очень важно не то, что говорится, а как говорится. И можно за тем, как человек говорит,
узнать человека. А ведь самое главное – это человек, это личность. А преподавателей-то много, и преподают много, и книжек много сейчас. Такое обилие литературы. Вот, Господи помилуй, если бы в 90-х годах или 80-х такое обилие литературы было. Сейчас Google есть, Google. Окей, Google, и все, у тебя вся информация... Да, если бы вот еще информированность делала людей святыми, то есть сбор сведений делал бы конвейером, выпускал святых, было бы вообще здорово. Поэтому я сейчас немножко огорчен. Огорчен тем, что те люди, Божьи люди, Николай Гурьянов, Иоанн Крестьянкин, вот Кирилл Павлов недавно, нас покидают. Это целая эпоха. Это духоносные люди. Духоносные люди. Да-да. Да. Так что же нам остается делать? А матушку Симфору упомяну, еще вспомню. Вот что этот радостный колобок, который выкатывался навстречу. Вот ей был уже 101 год тогда. Я просто в передаче рассказывал, что вот этот вот... без богословского образования, не имея дипломов о высшем образовании, невидящие, голубые, бездомные, в которых скрывается Бог, глаза. Угу. Вот оно, христианство. Вот это. Стоит человеку один раз встретиться с богоносными людьми, и все проблемы с верой отпадают. Автоматически. То есть все недоумения. Все сомнения. Там, все сомнения. Да. Вот расскажу еще один чудесный образ. То, что я знаю, что дети очень любят чудесные истории, и зрители тоже любят, взрослые. Вот когда я резал кресты в 90-х годах, тогда был еще до владыки Панкратия, тогда был внук Павла Флоренского, наместником Валаама, Андроник Трубачев. Вот тогда мы тоже с ним чудесно познакомились. И я просто хочу рассказать, что Господь мне тогда тоже показал святого человека. Это было на Рождество, это начало 90-х годов было. Это было на Рождество. Я вырезал кресты, отнес Андронику, и он сказал, иди к казначею, получи деньги за кресты. А я знал, что вот этот-то казначей на весь рождественский пост и пасхальный прячется у себя в келье и никого даже братьев не пускает. Угу. То есть затворником. Угу. Ну, а я хитрый человек, я так недолго думаю, пришел, стучусь. Как его выманить, да? Как его выманить? Я говорю, благословение наместнику. Это самое... деньги подать. Деньги подать. Тишина. Никто не открывает. Я туда тук-тук-тук. Господи Иисусе Христе, Сыне помилуй. Божий, помилуй нас. Деньги давай. Какой-то шорох за дверью, открывается дверь. Темная келья, а я не могу смотреть на него. Сияет человек, не могу смотреть. То есть я в пол начинаю смотреть, смотрю в пол. Но я чувствую, вот здесь сияние передо мной. И он, значит, пошел за деньгами, поплыл за деньгами над... над полом. То есть сантиметров 20. Ну, я так вот голову-то опустил, и так зрением боковым вижу. Он, значит, проплыл, взял там этот мешочек, мне вынес денежку, отдал. Я уже это вышел в коридор, пошел. Вот. И вот такая вот встреча тоже, которая произвела глубокое впечатление, конечно, в душе. Потому что вот такие встречи... Так, во-первых, это было внезапно, неожиданно. Ну, обычный монах. Так я его знал же тоже. Обычный монах, все. И тут вдруг раз это... Вот такие полеты наяву. Не во сне, а наяву. Пришло время следующей песни. Да, да. Она будет заключительной, наверное, в нашей второй передаче. Заключительной. Тогда я свою песню спою еще об одном самом моем любимом, одном из самых своих любимых святых, старца Силуане. Здесь и стихи, и музыка моя. Угу. Я его очень люблю, старца Силуана. Thank you.
совсем забыл, что нету в людях страха и любви. Он плакал в канун страшной той войны, что нету в людях страха и любви. Желаний и страстей, от страшных убегая новостей, оглохнув от желаний и страстей, в молитве плакал старец за весь мир. А в мир ворвалась новая беда, очередная страшная война. И в мир ворвалась новая беда. В пустыне мира раздается крик, как пою редко очень. Но смысл... Смысл понять. В общем, кто хочет, ВКонтакте заходите, полностью слушайте песенку. Реклама «Двигатель торговли». Дух времени такой. Да. Ну, старец-то Силуан из Питера ушел в монастырь-то. Да. Он вот был и здесь у нас. В Лавре. В Лавре был, да. Ну, так вот. Вот прошла и еще одна передача. Так быстро пролетело время. Спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо за интересные рассказы, музыку, песни, впечатления, Божьей помощи, творческих успехов новых. Побольше, наверное, концертов. И таких концертов, которые приносили действительно духовную пользу людям. Если пригласят, я за послушание выступлю. Спасибо, Господи. С Богом. Да, до свидания. Божьей помощи всем. С вами была передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. И Сергей Иванович Гавриловец. До свидания. С Богом.